кажется, что усилием воли и тем, что я опять нашел некую цель в жизни, мне удалось подчинить себе свой собственный, ставший ничтожным теперь организм. И еще очень важное. Эрик. Мальчик мой, не бросай меня. Шестой день от начала гибели мира. Отвела их Тереза в другое место, как и было предсказано пастором, и оставила их там, а сама ушла. И принял их человек, не назвавший имени своего. И снова сбылось предсказание пастора, и старший из детей записал об этом в свою тетрадь, как учил его пастор, и записывал все, что случалось во все дни до Великого Дня Исхода. И было так. В день Великого Праздника Рождества он собрал всех у елки и зажег свечи. И учил он их, говоря так: «Запомните, мир не погиб». Так он учил их. И повел он их вечером смотреть первую звезду. И сказал: «Смотрите, будет сейчас звезда». Но не было звезд на небе, и возгустилась над миром тьма. А ночью этого дня он лег возле топки и уже не вставал. И сказал: «Я скоро умру». Так он сказал. И тогда старший из них подошел к нему и спросил: «Можно я задам тебе вопрос?» «Спрашивай», — сказал он. «Нет», — ответил старший из них. «Мы знаем, человек всю жизнь врет, но перед смертью говорит правду. Мы подождем, пока ты начнешь умирать». «Спрашивайте», — сказал он. «Уже время». И подошли они все к нему, посмотрели ему в глаза. Старший из них спросил: «Ты правду сказал сегодня? Ты веришь в то, что ты сказал?» «Идите», — ответил он. «Идите, пока хватит сил. Ибо пока человек в пути, есть у него надежда».